Вам троим предстоит ответить на 15 вопросов для того, чтобы выиграть 1 миллион виртуальных рублей. Кто же из вас станет победителем? Давайте начнем игру. Внимание на экран, первый вопрос и 100 рублей. Куда хомяк прячет добытую пищу? За щеки. Правильно! Что обычно берет с собой грибник, направляясь в лес? Корзину. Правильно! Каким мог быть дворянин в дореволюционной России? Столбовым. Отлично! Это правильный ответ. Ну что ж, для того, чтобы заработать 200 рублей, вам нужно будет ответить на второй вопрос. Как говорят о замке с потайным устройством? Что вы думаете на этот счет? Ну, я думаю, замок с секретом. Это было нетрудно. Правильно. Как зрители обычно выражают свое восхищение игрой театрального актера? Аплодисментами. Удачный выбор. Правильно. И точно так аплодисментами они провожают в последний путь. Ну ладно, как называют одну из педалей в автомобиле? Газ. Это верный ответ. Отличная работа. Итак, 300 рублей и третий вопрос. Как заканчивается название романа из Тургенева «Дворянское гнездо»? Правильно! Что считается символом непрочности? Карточный домик. Правильно! Как заканчивается строчка песни из кинофильма «Жестокий романс»? А напоследок я скажу. Отлично! Вы дали правильный ответ. А вот следующий вопрос и 500 рублей. Будьте внимательны. Это уже четвертый вопрос из 15 возможных. Как называется один из фильмов
абоненте 007. Золотой глаз. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Чем был усыплен мифологический пес Цербер? Танцем молочковой. Ой, пение Морфея. Удачный выбор, правильно. Куда, согласно образному выражению, бросает слова необязательный человек? На ветер. Удачный выбор, правильно. Совсем неплохо. А мы переходим к пятому вопросу. Ответив на него, вы заработаете 1000 рублей. Что из перечисленного наносится пуховкой? Пудра. Правильный ответ, и вы идете дальше. Что не является названием слесарного инструмента? Карабин. Правильно. Как Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Стивен Сталлоне назвали созданную ими сеть ресторанов «Планета Голливуд»? Это верный ответ. Отличная работа. У вас уже есть 1000 рублей. Интересно, кто из вас удвоит заработанную сумму, ответив на следующий вопрос? Шестой вопрос и 2000 рублей. Какое из этих государств не расположено на Апеннинском полуострове? Италия, Ватикан, Сан-Марино, Лихтенштейн. А давайте мы позвоним другу. Итак, подсказка — звонок другу. Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Я могу совершенно определенно сказать, что ответ на этот вопрос «Д». Я знаю, что «Д» — это правильно. Хорошо, доверимся. Ответ «Д». Отлично! Вы дали правильный ответ. В каком виде спорта с 1893 года разыгрывается Кубок Стэнли? В футболе, в теннисе, в хоккее с шайбой, в волейболе? В хоккее с шайбой. Удачный выбор, правильно. Что в русском языке не относится к служебным частям речи? Наречие, частица, союз, предлог. Давайте другу позвоним. Итак, подсказка — звонок другу. Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Я с уверенностью могу сказать, что правильный ответ «А». Да. Вариант «А».
Ну, доверюсь. Отлично! Это правильный ответ. Следующий вопрос и 4000 рублей. Если вы даете неправильный ответ, то теряете 1000 рублей. Думайте хорошенько, прежде чем дать ответ. В образе какой птицы пришлось побывать калифу в сказке Гауфа? Ворона, аиста, скворца, чайки? Аиста. Ничего не скажешь. Верно? Как называют яркую цветастую мужскую рубашку? Корейская, канарская, гавайская, багамская. Гавайская. Это ваш окончательный ответ? Вы можете потерять 1000 рублей. Да. Великолепно! Вы дали правильный ответ. В какой части скелета человека находится берцовая кость? Верхняя конечность, нижняя конечность, позвоночник, череп. Нижняя конечность. Это ваш окончательный ответ? Да. Вы можете потерять 1000 рублей. Да. Правильно! Вы отлично играете, у вас уже есть 4000 рублей, и вы можете заработать еще 4, ответив на следующий вопрос. Какое из этих слов произошло от греческого «неизданный»? Эссе, новелла, фольклор, анекдот. Анекдот. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. Кто в фильме «Унесенный ветром», снятом в 1939 году, сыграл Скарлетт? Француженка, немка, итальянка, англичанка. Англичанка. Примите наши поздравления. Ваш ответ правильный. В каком городе в 1914 году был убит эрцгерцог Фердинанд? Сараево, Приштина, Белград, Скопье. Сараево. Удачный выбор. Правильно. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ на следующий вопрос. И 16000 рублей ваши. Внимание на экран. 9-й вопрос и 16000 рублей. Какой фильм Андрей Тарковский снял по повести «Пикник на обочине»? «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия». «Сталкер». Абсолютно верно. Где расположен город Пошехонье? В Молдавии, на Украине, в Азербайджане, в России. А давайте у друга спросим. Вы решили воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Пожалуйста, назовите того, кому будете звонить. Я напоминаю вам, что совсем не обязательно соглашаться с ответом вашего друга. Что-то подсказывает мне, что правильный ответ «Д». Однако я совсем не уверен. Всего наилучшего. Ну что ж. Вы уверены? Если сейчас вы дадите конечно неправильный ответ, то потеряете 7000 рублей. Да. Отлично! Вы дали правильный ответ. Какая страна считается родиной гандбола? Швеция, Дания, США или Канада?
свидания. Давайте 50 на 50. Уважаемый компьютер, помогите нам, пожалуйста. Уберите два неправильных ответа. Ну да. Ну, значит, Дания. Ничего не скажешь. Верно? В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысячи рублей. Все, что вам нужно, это дать правильный ответ. А вот и вопрос. В каком государстве находится город Махачкала? В Грузии, в России, в Азербайджане, в Армении? Вопрос политический, но это типа... Ответишь в Грузии, статья такая-то. Ответишь в России, будет правильно. Очень хорошо, с этим все в порядке. Как в кириллице называлась буква П? Пламя, покой, победа, память. Покой. Замечательно! Ваш ответ правильный! Сколько купеческих гильдий Екатерина II учредила в России? Одну, три, пять или семь? Три. Абсолютно точный ответ, и мы вас поздравляем. Вам не о чем волноваться, у вас 32 тысячи рублей – это вторая несгораемая сумма. Итак, впереди 11-й вопрос и 64 тысячи рублей. Кто стал 13-м чемпионом мира по шахматам? Карпов, Каспаров, Петросян, Фишер. Каспаров. Правильно! Кого озвучивали боксеры и братья Кличко в диснеевском мультфильме «Жизнь на ферме»? Бычков, поросят, гусей, петухов. Бычков. Правильно! Какое из этих слов в буквальном переводе с латинского означает пиршество? Симпозиум. Референдум, симпозиум, инаугурация, конгресс. Симпозиум. Ну так... Правильно! Отлично! Вы уже выиграли 64 тысячи рублей. Давайте перейдем к следующему вопросу. Давайте. В случае правильного ответа вы заработаете 125 тысяч. Какое произведение написал не Юрий Бондарев? «Горячий снег», «Последние залпы», «Юность командиров», «Так хочется жить». «Юность командир». Это ваш окончательный ответ? Да. Вы сделали неправильный выбор. Ну и ладно. Мы очень хотели отдать вам 125 тысяч, но вы можете забрать только 32 тысячи виртуальных рублей, и это вполне достойный результат. Кто плавал на военном корвете «Бигл»? Мендель, Линней, Мечников или Дарвин? Ну, во-первых, не плавал, а ходил. Ну, это
по терминологии военных, ну, моряков вообще. А по теории, так сказать, гражданских, он путешествовал. Это Дарвин. Это ваш окончательный ответ? Да. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Какой из этих стран английский язык является государственным? В Нигере, в Чаде, в Гане, в Сенегале. В Сенегале. Вы сделали неправильный выбор. Вы могли выиграть 64 тысячи рублей. Увы, сейчас ваш выигрыш только 32 тысячи. Вы дали неверный ответ, но играли вы великолепно. Вы превосходно играете. Следующий вопрос и 250 тысяч рублей. Неправильный ответ может вам стоить 93 тысяч рублей. Я вам желаю удачи. 13-й вопрос. В каком году в СССР было учреждено почетное звание «Мать-героиня»? В 1944, в 1948, в 1950, в 1953? В 48-м. Вы убеждены в правильности данного ответа? Ведь речь идет о немалых деньгах. К сожалению, вы дали неправильный ответ. Вы рисковали потерять 93 тысячи рублей. И, к сожалению, потеряли всего одно неверное решение. Тем не менее, я вас поздравляю, вы заработали 32 тысячи. Вы все неплохо играли. А вот и ваши результаты, начиная с игрока номер один. То все ж по 32 тысячи заработали. Оп! Как говорится, не наш день. Пока-пока.